Привет, друзья! Хотите научиться делать такой же бонсай? Я научу вас. Давай попробуем сделать из туи западной Райнгольд бонсай. Этой туйке 6 лет. В прошлом году я придал форму кубика. Вот в этом году решил сделать из нее бонсай. Посмотрим, что из этого получится. Для начала мы изучим нашу туйку, узнаем, сколько основных стволов, для того, чтобы узнать, какую форму мы получим. Я посчитаю все стволики и попытаюсь нарисовать будущую позицию бонсай. Так, раз. Я думаю, что все нижние ветки нужно будет удалять. Я начал оголять стволики. Мелким я обрезал мелкие мелкими ножницами, а пришлось взять секатор посильнее. Таким будем макаром обрезать и посмотрим, что дальше. Вот эти, да, что вот таким. Вот низ оголим и потом продолжим. Все. Так, вот середина нашей туйки. Здесь порядка 6-7 стволов толстых. Я низ уже начал зачищать. То есть на уровне до 15-30 сантиметров от земли корни обнажаются и уже видно примерно, что получится у нас. Может, какие-то ветки придется отогнуть и притянуть на распорках либо на веревочках. Ну все, дальше продолжаем. Вот так получилось спустя буквально 5 минут. Это низ. 8 стволиков мы оголили и будем дальше думать, что делать. Подниматься вверх. У нас еще шапочка большая. Итак, на этом этапе считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 стеблей мы оголили. Получился такой вот у нас паучок. Я 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 натяжек сделал, тянул к земле. И вот такое вот получается у нас деревце. Пригинаем и делаем форму шарика. Что-то напоминающее на шарик. Ну, до новых встреч. Итак, друзья, вот такой бонсай у меня получился. Делайте то же самое, пытайтесь, учитесь, тренируйтесь. Удачи вам!